всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию препарат для загара Меланотан-2. Действующее вещество данного препарата – меланин. Он был синтезирован в Университете Аризоны как средство для защиты от рака кожи, так как меланин вызывает защитную функцию, не пропуская ультрафиолетовые лучи. По сути, является аналогом натурального меланина, образующегося в организме, однако в отличие от натурального он в 1000 раз мощнее. Вызывает фармакологический загар за счет образования меланина, однако воздействие ультрафиолетовых лучей все равно необходимо для окисления меланина и получения более темного оттенка кожи. Повышает либидо, усиливает эрекцию через несколько часов после укола, подавляет аппетит, что является плюсом во время сушки, но на массе может и помешать. Из побочек: покраснение кожи в месте укола, тошнота, небольшая головная боль, которая проходит через полчаса после укола, повышение температуры, появление веснушек, если ставить высокие дозировки. По сути, побочки, хоть и выглядят страшно, однако они все, кроме веснушек, не являются ярко выраженными и проходят через полчаса после укола. Препарат Меланотан-2 продается в аптеке и имеет две формы выпуска – инъекции и спрей. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, дальше будет много интересного.